Прекрасная погода, почти майские деньки стоят, небо безоблачное. Это обещает нам настроение, как минимум, от погодных условий хорошее. Надеюсь, что оно еще и присовокупит к этому хороший футбол. Ждем их сегодня и сейчас, и здесь. Все, поехали, свисток, и центра поля разыграл Велес. Состав играющих команд, ты кого готов представить? Волгарем очень важный, с прямым конкурентом в борьбе за топ-4. Момент Олани, может быть, Чочев, и да, не забивает! Потрясающий удар! Ничего себе, Петров положил с подъемчика! Смотрим повтор, Хабалов, передача, играет защитник. Чочев в касании, и вот такой теннис, волейбол, не давая мячу опуститься. Теннисбол любят футболисты иногда поиграть на тренировках в этот вид спорта. И сейчас положил, как рукой закинул Петров в дальний угол. Восстановление для... Момент, контратака, может быть, Нурчаев. Передачу отдавать на Петрова. Нет, сам бьет и не попадает в дальний нападающий сборной Узбекистана. Вот такой момент у Хусаина потрясающий был, чтобы отличиться и сделать счет 2-0. И во многом уже решить исход, по крайней мере, первого тайма. Сколько классных, ты абсолютно прав. Момент Велеса! И забивать должны были хозяева Куликов. Пируэт рядом со скамейкой сейчас. Плющенко без коньков взметнул сейчас в воздух. Взлетевший. С мячом нигериец играл арендованным, будучи у юрмальского Спартака. Теперь уже официально футболист Велеса. Гергебиани штрафной под право убирает. Да, не его. Не его правая. Но вау, 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 вау. Да. Эту секунду, когда вот Бакоева убрал, дальше прошел, убрал еще соперников и метил в дальнюю девятку над плечом у Косаревского. Абдуллахи не успел накрыть, не попал в створ Гергебиани. Ну и пришел Макеев, то, чем и говорил, упал. Но сейчас симуляция желтая, вторая, что ли? И удаление за 6 минут без капитана, без лидера обороны остается Велес. Вот здесь, да, Макеев в борьбе с Хабаловым. Ну и что? Да нет, ну там и толчок-то был рукой немножко. Еще раз повтор со спины Макеев. Был, ну, возможно, разметались волосы. Подача слева и забивать, тут же отличается Велес. Ничего себе начало. Бацуев с Саркисяном 1-1. Самая первая минута, ну, вторая, третья, неважно. Начало, первая атака. Показывает, не поднимая флажок, помощник главного, что не было вне игры. И опережая всех, опережая Качмазова, который с своего фланга пришел, Саркисян во вратарской, один одинешенек оставшийся. Вот он замыкает. Но это такая простая задача для форварда. Бацуев все сделал. Классная, точная, выверенная передача. Победную поступь не удается. Ну, Качмазов слева. Лайер рука. Пенальти. Ставит Соколов все-таки пенальти. 3 очка взять. Бесчестнюк с желтой карточкой. Удар Качмазова сильный. Да, вот. Ну, куда убрать руку? Да, мяч летел в створ. Бесчестнюк не виноват. Пенальти против Косаревского. 11-метровый. Ну... И угадал Косаревский, но Гурциев в нижний угол. И сейчас жест Аршавина, успокаивая кого? Себя, болельщиков, клуб. Я вас не слышу. Передает им привет. И многие футболисты Алании, кстати, особо так, знаешь, от празднования отстранились и сосредоточены, готовы игру продолжать. Но говорит о многом, да, что вот так желтый. Без него сложно будет против Волгаря. Матч тура следующего. И Гурциев справа, Абдуллахи втроем. Корян, Гурциев, кто? Галаян слева. И удар. И Косаревский. Ну вот то, о чем говорил. Пощелкивая пальцами очень нервно. Возможно, сейчас шанс матча. Есть кому подать. Бацуев рисует линию Соколов. Шикарный подкат в исполнении футболиста Велеса. И все. Последний шанс для Алании. Не забивает команда гостей, но и не надо. Дорогие друзья, Владикавказ побеждает 2-1.